Мы выпустили новые комфортабельные машины. «Волга» — 5 мест. «Чайка» — 7 мест. И может развивать скорость движения до 130 км в час. На панели приборов смонтирован портативный радиоприемник. В отличие от других советских машин, «Волга» оборудована автоматическим переключением передач скоростей. «Волга» — пятиместная машина, у переднего сиденья спинка откидная. Вот и готово спальное место для туристов. По сравнению со своей предшественницей «Победой», автомобиль «Волга» более совершенен, удобен и выгодно отличается внешним видом. Массовый выпуск автомобилей «Волга» начнется в будущем году.